Правоохранительные органы Швеции и Великобритании выясняют, кто стоит за организацией взрывов в Стокгольме, происшедших в субботу. Личность исполнителя и единственной жертвы терактов уже установлена. Это выходец из Ирака Таймур Абдул-Вахаб Аль-Абдали. Он является гражданином Швеции с 92 года. Несколько лет учился и жил на Британских островах. Следователи уверены, субботние взрывы он готовил не в одиночку. О том, мог ли кто-то ему помогать, наш сапкор в Лондоне Александр Хабаров. После того, как стало известно, что смертник, взорвавший себя в столице Швеции, жил и учился в Великобритании, тихий провинциальный городок Лютон, который находится всего в получасе езды от Лондона, заполнили полиция, а затем и журналисты. Подъезды к дому номер 15 на Аргел-авеню, где жил Таймур Абдель-Вахаб, сейчас закрыты. В доме проводится обыск. Полиция и специальные службы пытаются понять, с какой из радикальных группировок был связан этот террорист-смертник. На одном из исламистских сайтов в Йемене появилась его фотография в солнцезащитных очках и с подписью, что этот маджахед пожертвовал собой в Стокгольме. Известно, что при террористе было обнаружено 6 несработавших взрывных устройств и сумка с гвоздями. К счастью, взорвалась не самая мощная бомба. Изучая контакты Абдель-Вахаба на его странице Facebook, полиция обнаружила, что он интересовался сайтом движения под названием «Судный день» с красноречивой заставкой в виде взрывающегося Тауэрского моста. «Мы видели тут этого человека, которого показывали в новостях. С ним была женщина и две девочки». 12 декабря Абдель-Вахабу должно было исполниться 29 лет. Он даже подыскивал себе вторую жену, написав на сайте знакомств, что хочет иметь большую семью. Какие же убеждения заставили его прибегнуть к террору? Беженец из Ирака вместе с родителями, он приехал в Швецию в 92 году. В своем аудиообращении он утверждал, что мстит шведским властям за опубликованные в местной газете карикатуры на пророка Мухаммеда и за то, что солдаты этой страны служат в Афганистане. Британские спецслужбы не исключают, что к радикальным исламистам он приобщился во время учебы в университете недалеко от Лондона. В небольшом Лютоне 14 мечетей. Мы обратились за комментариями в ту, что находится на соседней улице от дома, где жил Абдель-Вахаб. Но нас попросили с такими вопросами никого не беспокоить. С журналистами на эту тему уполномочен общаться только глава исламского центра Лютона, который, как выяснилось, знал человека, взорвавшего себя в Стокгольме. «Однажды после утренней молитвы я собрал верующих и начал говорить об экстремизме. Он тоже был среди слушающих. Я сказал, убийство невинных людей противоречит учению ислама. После этого он просто вскочил и выбежал. Мы больше его никогда не видели». Шведская полиция ведет свое расследование. Они допросили родителей Абдель-Вахаба, которые живут в пригороде Стокгольма. Из этого дома он уехал в центр города утром в субботу. «Мне очень неприятно от мысли, что он планировал здесь все взорвать. И чего теперь ждать? Где будет следующая атака?» В этом тихом шведском городке Транес, как и в английском Лютоне, человек, который оказался террористом-смертником, ни у кого не вызывал подозрений. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.